Известный исполнитель резко высказался в адрес звезд, которые покинули Россию. Юрий Лоза ответил журналисту крупного медиаиздания о том, что он думает по поводу звезд, которые уехали под тем или иным предлогом. По его мнению, артист, который считает себя патриотом, должен находиться в России и работать на родине. Даже если Андрей Малахов уехал якобы для лечения в Израиль, это не оправдание. Как так может быть, что он работает для людей в одной стране, а лечиться ездит в другую страну? Пусть идет к нашим врачам и получает медицину, как все. Почему эти звезды ездят в Турцию, Испанию, Италию? У нас есть свое прекрасное Сочи. Зачем Соловьев покупает виллы на озере Кома? Ему что, в России места мало? У нас прекрасная страна, и мест в ней прекрасных много. Почему его сын не служит в армии? Я вообще за то, чтобы всю недвижимость этих звезд за рубежом конфисковали, а детей выгнали из иностранных школ. Малышева и Познер сделали огромное состояние в России, а теперь живут в Америке. Почему Никита Михалков рассказывает о любви к родине, а сам ездит на дорогом немецком автомобиле? Как так получается, что у большинства депутатов, которые сидят в Думе, есть второе гражданство за рубежом? Возникает вопрос, кому служат эти депутаты? Если мы хотим изменить страну в лучшую сторону, мы срочно должны начать с себя. Когда депутат будет ездить на машине, произведенной в России, ходить в одну больницу с его избирателями и иметь только российское гражданство, тогда жизнь в стране станет гораздо лучше.